Катя, как всегда, уснула внезапно. Всем-всем привет! Настёночка, рассказывай, куда мы едем? За самокатом моим новым. Ура! Скоро лето, да? Нет, скоро весна. Вообще-то уже весна. Не, ну, по календарю, да, а так нет. Ну, так что едем мы. На самом деле на улице у нас... На улице у нас холодно, плюс 2 всего. На гироскутере девочка уже катается. Да, на гироскутере? О, да. Значит, и мне можно тоже выходить уже. У нас он такой. Здрасте, здрасте. Все на гироскутере. В общем, все на гироскутерах катаются, я тоже хочу. О, кстати, скоро у нас обещается плюс 8, и я выйду, покатаюсь впервые на гироскутере. Блин, вот у нас это, Ваня, молодежь. Молодежь пошла, да? Давай, вперед. Вообще обалдеть. Каждый второй ребенок на гироскутере катается. Да? Ну, а что такое? Даже это круто. Просто такие маленькие, да, такие маленькие дети уже разбираются в технике так хорошо. Ты поставь любого взрослого, он грохнется сразу. А дети, он какие современные. Красивые. Да. После меня. Кстати, сейчас очень стала популярна ходьба. Вот, видите. Женщина в возрасте. Скандинавская, по-моему. Да, скандинавская, да, не знаю. В общем, такая вот ходьба очень полезна. Прям, знаете, там вот собираются группами по 20, по 30 таких женщин, мужчин и ходят вот так вот. Настёна обиделась на папу, что мы на почту заехали, да? Скажи, я так хотела за самокатом. Я не вижу твоего лица. А теперь вижу. Катюша, кстати, у нас осталась дома. Я ее уложила спать и с бабушкой ее оставила, чтобы не спрашивали. Где наша Катюшка? Так ее не хватает сразу. Настя, покажи свою татушку, кстати, я не поснимала. Ох ты! Это не одна. А там еще есть? Вот это вот моя, а это Саша. Ага. Я хочу купить это Кате вот такой... О, давай Кате купим такой велик. Да ну, убожество какое-то. Ну, зато она на нем сможет кататься. Почему убожество, Ваня? У нас же в детстве такие же велики были. Ну, что, они классные были. Вот, вот мой отдел будет скоро. Ну, рано еще купальники смотришь. Ну, давай. Вот самокаты. Они какие-то большие. Да, но мы смотрели не такой. А вон, не такой фиолетовый? Там одно... Да, вроде такой? Бы он. Что это? Именно наш валяется. Это Юли есть. Не, Настюш, вот, смотри, вот с этим, с жирафом. Угу. Вроде бы он, да, нет. Точно он. Он фиолетовый. Только он весь подшарпанный, надо... 50 килограмм. А вон там они еще коробки. Только поднимается. Подними в ней руль. А тут можно без, открутить? Без ключа, тут не это. Надо позвать продавца. Отпусти, просто стой. Настя уже готова ехать. Так, ладно, блин, такие велики классные у Катюшки. Ну, она, наверное, маленькая еще для таких великов, да? А вот... Смотри, а? Иди сюда. Че? Нажми ногтем, я просто не могу до конца продавить. О. Это максимально, да? Вот. Ну-ка, Настен, давай. Отзывы были хорошие. Ну, жираф-то снимается, да? Да. Что это вообще за жираф такой? Надо привыкнуть. Ну ничего, научиться. Ничего себе, ты быстро как катаешься. Ого. Да? Нравится? Ничего, нравится? Берем. Ну вот эти самокаты, как я поняла, уже для... Ну, для меня, да? То есть это, ну, не детские. До 100 килограмм. До 100. Это тебе. Ты вот, к сожалению, этот самокат уже не можешь стать. Сделали модельку. Ага. Смотрите, палатки. Скоро лето, так что давайте, девчонки. За палатками на свежий воздух. Кстати, вот эти палки для ходьбы. То, что я вам показывала, женщина шла. А, это не маме. Надо будет вам твоей маме подарить, чтобы она ходила. Она хотела. Да? Угу. Их
больше по ошибке. Здесь опек 5, здесь опек 70 лет. По вращению 7 опек. И прочнее, и накатывает лучше. Навернусь сейчас. Мне хочется так тоже самокат себе купить. Настя, ну что, брать самокат маме, нет? Ты как хочешь. Да. Ладно, пойдем покупать. Купила я себе самокат, и Настеночке купила самокат. Будем на сегодня с тобой кататься. Я буду за Настей в садик на самокате ездить. А то скучно так ходить. Наконец-то осталось дождаться тепла. И мне тоже. Вот такой вот у меня фиолетовый, у Настенки фиолетовый. Мы как сестрички. У меня себе две пары обуви. Давайте я вам покажу. Даже не знаю, к месту это или нет, но... Давно я вам не показывала покупки обуви. Я, как бы, в принципе, особо не покупала. Вот. Первая обувь – это вот такие вот ботиночки. Ну, просто, знаете, сейчас на весну. Вот так вот они выглядят. С брюками, с джинсиками. Вот так вот надеть. Это у нас вообще замуж и искусственное все. Такие симпатичные. Давайте я померю, покажу вам. Ну, вот так вот выглядит. Очень мне понравились. На каждый день, знаете, вот так вот бегать. Очень удобные. Вот такие вот. Вторая пара. Вот такая вот. Я купила тоже такие ботинки. Знаете, они уже более грубые. Такие. С джинсами, тоже с черными даже леггинсами. Почему бы и нет. Можно много образов придумать. Мне понравились. Видите, тут даже такие как стразинки. Необычные. Прям понравились, слушайте. И ботинки вторые. Такие, знаете, грубые, прям рокерские, я бы сказала. Тоже, я думаю, много образов можно создать. Напишите, как вам понравились, не понравились. Лично я в восторге. Давно хотела такие. Может, даже, знаете, с платьем каким-нибудь. Тоже, я думаю, пойдет. Сейчас модно такие, знаете, грубые ботинки и мило платье. Рюкзак там какой-нибудь и пошел. Смотри, какие мама себе ботиночки купила новые. Беги к маме сюда. Беги. Беги, беги, беги. А что там у тебя, покажи. Домик такой красивый. Ух ты. Улыбака ты моя. Такая улыбака, такая щёная улыбака. Такая долго спала, так рюшка уснула. Смешно опять. Уснула на каталке. Катаемся дома. Здоровье! Здорово. В общем, я очень-очень довольна. Прям вообще она очень нравится. Двойная, да, Настенке самокат и себе я тоже, хотя не планировала, но я очень хотела. Но тут я просто не удержалась, покаталась в магазине, поняла, что я тоже хочу. Настенкин стоит всего лишь 1500. Вот, и очень хороший, Насте нравится. Она прям, знаете, в магазине покаталась и покаталась дома уже. Сейчас побежала к подружке в гости. Так что мы вообще остались довольны покупкой, тем более за такую сумму. Вообще отлично. Настин самокат до 50 килограмм. На нем действительно очень легко ехать. У него есть амортизация, у него есть вот эти, как они называются, от грязи. Я вам покажу. Ой, тяжелая зараза. Вот эти крылья, короче, есть. Также я купила к этому самокату вот такой вот пояс. То есть можно его в любой момент просто сложить, если вдруг надоел, на плечо закинул и пошел спокойно пешком домой. Вообще, с удовольствием, конечно, купила его и буду летом кататься. И не только летом, и весна сейчас, как только потеплее станет, хотя бы 10 градусов, буду на самокате ездить за Настеночкой в садик. И с садиком мы вместе на самокатах с Настеной будем кататься. У Катюшки, кстати, тоже есть самокат. И летом, я думаю, мы будем втроем все выходить, гонять. Так что, девчонки, давайте покупайте спортивный инвентарь. Катайтесь, занимайтесь спортом. Я еще, конечно, хочу себе велосипед. Но велосипед я куплю чуть попозже, ближе к лету. Тоже очень хочется. Но они вообще дорогие. И проблема в том, что я не могу ездить на вот этих, знаете, таких спортивных велосипедах, где прямой руль.
Мне дико неудобно, мне мама себе такой купила, я в том году прям вообще не могла на нем ездить. Присмотрела такие, знаете, женские велосипеды в одном магазине, то есть там руль такой, знаете, как раньше старый, вот такой вот руль. Но не знаю, мне на нем очень удобно ездить. Возможно, на том, конечно, я еще привыкну. Напишите, кстати, девчонки, как вы вообще, какие велосипеды себе покупаете, и удобен ли вам такой руль вот прямой, вот как на самокате. То есть такой прямой руль, и тут, знаете, ну как, и ты вот такая вот едешь, не знаю, я не могу прям... Поэтому я тоже замешательство. Я знаю, что он такой лучше, но мне хочется все-таки купить, чтобы я точно на нем ездила, а не просто, знаете, купила, и он будет стоять. Забыла еще вам показать последнюю покупочку перед тем, как попрощаться. Это такие вот гантели. У меня есть гантели, но они по килограмму, если не больше. И они неудобные, такие громоздкие. Такие гантельки по 0,75. Вы знаете, что я сейчас занимаюсь спортом. Наверное, по мне это не видно, не похоже. Ну, не все сразу, как говорится, да. Вот такие вот гантельки. Мягкие, удобные. Занимаемся спортом. Вот такие вот гантельки симпатичные. На этом я влог сегодня закончу. И сейчас мы попозже, я вернусь к вам, будем вместе с вами снимать мои накладные реснички, объясню как и каким образом, так что не пропустите. Ну и сейчас я нахожусь в ванной комнате, решила закончить на такой ноте. Вдруг кто тоже наращивал ресницы, и кому, допустим, лень идти их снимать в салон, мне подружка вот дала вот такой вот крем для снятия ресниц. У меня на этом глазу уже ресниц почти нет, одна осталась, на этом глазу штук, наверное, так 5 осталось, и я все хочу дойти до салона в моем доме, но мне все, знаете, не, ну, как-то вот забывается, и это, конечно, ужасно все смотрится, поэтому я решила, да ну нафиг этот салон, тем более у меня вот у подружки есть такой крем, и я у нее попросила, она мне дала, так вот выглядит, как я так ходила, это просто какой-то кошмар, на ватную палочку, и сейчас я к вам вернусь, когда нанесу это средство на реснички просто. Прошло 5 минут, видите? Слушайте, реснички прям реально снимаются так легко. Вон, видите? Вообще, слушайте, прикольный крем такой. Даю добро. Если вдруг кому надо, я, кстати, себе тоже куплю, потому что я планирую себе еще раз нарастить реснички, но сделаю перерыв, может, недельки две, и обязательно еще раз наращу, только уже побольше, почернее, так скажем, чтобы их было, ну, реально лучше видно. Все, вообще, буквально 2 минутки, и ваши реснички сняты. Вот они на ватных палочках, так что не обязательно идти в салон красоты, тратить деньги, если вы не собираетесь заново наращивать, тратить деньги на то, чтобы вам их сняли. Вот, кстати, по поводу наращивания ресничек. Многие, давайте я дверь закрою. Блин, сколько держится, стоит, не стоит наращивать, портятся ли свои реснички. Но если вы будете их выдирать, ну, нарощенные ресницы вместе со своими, то, конечно, они у вас испортятся. У меня был такой опыт, когда мне было лень тоже идти в салон, и я просто отрывала нарощенную вместе со своими, да. Если вы, вот так же, как я, используете крем для снятия ресниц, либо вы идете в салон и это делаете, то у вас свои реснички в хорошем состоянии. Мне было очень комфортно. Я вообще в какой-то период забыла, что они у меня нарощенные. Жалко, что хватает на месяц всего лишь навсего. Ну, мне хватило реально на месяц. Но сейчас вот уже полтора месяца прошло. Как видите, некоторые реснички пришлось вот снимать. Я обязательно пойду еще раз наращивать. И для тех, у кого такие реснички, как у меня, ну, то есть практически их нет, я вам просто советую, обязательно идите, наращивайте. Главное, найти хорошего мастера. Если вы найдете хорошего мастера, значит, все будет хорошо. Если вы найдете плохого какого-нибудь, знаете, то, конечно, будет не камильфо. Это понятно. Вот такие дела. И такой был мини-отзыв. Хватило у меня ресничек на месяц. То есть в среднем реснички носятся месяц. Мало, дорого, но красиво, удобно. И для тех, у кого ресниц нет, это, конечно, спасение. Так что я это заценила. Так что на этом я закончу свой влог. Спасибо за внимание. Пока-пока.